Итак, мы начинаем глобальный проект под названием «Измени всю свою жизнь». И первый шаг в нем называется «Возьми жизнь под контроль». Давайте представим, что вы стали президентом крупнейшей международной корпорации. Теперь все полностью в вашем распоряжении, все полностью под вашей ответственностью и вашим контролем. И только вы теперь принимаете самые большие важные решения. Все, что было до того, как вы сюда попали, как вас воспитывали родители, кого вы обвините во всех своих ошибках, все это было в прошлом, это все пройденный этап. Ваша жизнь теперь начинается с нуля, с чистого листа, с точки А в точку Б, и вопрос весь в том, куда вы хотите прийти. Ну и поскольку теперь вы полностью отвечаете за все, что происходит в вашей жизни, очень важно понять вот тот самый пункт А, где вы сейчас находитесь. Для этого вам нужно составить для начала список так называемого жизненного баланса и в первую очередь проанализировать самого себя. Поэтому возьмите лист бумаги, на нем поставьте цифры от 1 до 4 и напишите следующие ответы на вопросы. Вопрос номер 1. Что мне в самом себе больше всего нравится? Вопрос номер 2. Что мне в самом себе не нравится? Вопрос номер 3. Мои страхи – это… Продолжите список. И 4 пункт. Мои мечты, мои заветные желания – это… И тоже напишите полный список всего, о чем вы мечтаете. После чего прочитайте свой список внимательно еще раз. Ну и теперь давайте повнимательнее поработаем с пунктами 2 и 3, которые говорят о том, что мне в себе не нравится и каковы мои страхи. И обязательно спросите себя, что из этого я хотел бы изменить, а также что из этого в моей власти изменить. Потому что, например, такие пункты, как «я откладываю все на потом» или «я вешу слишком много» или «я не очень-то хорош в отношениях», конечно же, в вашей власти, вы, конечно же, можете это изменить. Но есть и другие пункты, которые вы изменить не в состоянии. Например, «я боюсь, что другие люди будут меня отвергать» или «мне кажется, что мой начальник не хочет меня повысить по службе» или «я вообще хочу изменить своего начальника». Конечно же, повлиять на других людей мы не можем. И нам остается только изменить наше собственное отношение к этим людям или к этим ситуациям. В этом находится истинный путь к внутренней гармонии, к внутреннему счастью. И поэтому в завершении работы над этим списком ответьте еще раз на 2 вопроса. Могу ли я это изменить? Ну и причем это не то, что я должен это изменить или что это легко как-то изменить. Просто, что я могу это изменить, если бы я захотел. И второй вопрос, если я не могу этого изменить, то как я могу изменить к этому свое собственное отношение? И опять же, запишите для себя все эти пункты и определитесь, если вам нужно изменить ваши отношения, то просто договоритесь сами с собой, что да, я прощаю эту ситуацию, я готов ее отпустить и двигаться дальше.